Давайте речь уже. Пора начинать матч. Спокойненько играем, главное, пожалуйста, в защите поаккуратнее. Олег, мы с тобой давай не будем увлекаться особо атакой, а то у нас фланги иногда в атаке остаются, и мы сзади проваливаемся. Так. Ну, чуть поспокойнее с точки зрения паса. Давайте понадежнее, чтобы поменьше обрезов было. Все, let's go. Все тут, я надеюсь. Так точно. Отлично, на давайте, месте. Знаете, нужно побеждать сегодня. Мне нужно выебать Спартака. Не, Спартак ебать не надо. Удачи. Лучше ЦСКА. Надо, надо. Ну, другого Спартака. Давайте, ладно. Нет, а вот тот самый. То, что выебано, выебать уже нельзя, поэтому Спартак. Ой, боже, блядь, сейчас плохо. Где Рома, где Рома? Поехали, все, давайте играем. Смотрите забегание за спину защитником, и можно их закидывать почаще. Допускаю, что там могут проебываться ребята. Хорошо. Вот так вот, да? Ну, это не самый, конечно, показательный случай, но... Как да, да. Так, сзади остаемся. Тихо. Как вчера, сыграем спокойно. Давай на, пол... на полукруг, давай, Никит, подойди, и на полукруг на шаба можно навесить. Раз, два, три. Или ты мне навесить? Да, блядь, на полукруг тебе ни о чем не говорит. Навесь уже. Жень, ты рофлишь или что? Сзади, сзади, аккуратно. Нахуй подходить, Никите, блядь? Чтобы отвлечь внимание, блядь. Сыграем потом. Боже, блядь. Через ТЗ. Спокойно. На ПЦЗ. Делали так, решили. Все, ладно, Олег, иди на, к себе, я сюда дальше уйду. Ладно, окей. Дальку можешь закинуть. Навес дальку. С ударом. Нихуя его пошло. Да нихуя его пошло. Берешь по фланг. Можно продлить. Ход. Хорошо. Нормально, назад. Еще дальше надо. Обратно. С тобой? Тобой, Олег, буду. Хорошо. Продли. Назад, фланг. Ай. Бля, ебать. Хорошо, сам выбегайте с... тогда. Да не, я что-то не думал, что Женя вообще тут навесит. Да, ну, у так. них есть проблемы, конечно. Давайте, надо им пользоваться. Передачами. Проблемами этим. У них передачи много людей нет. Остается в нападении. Смотрите, чтобы не оставалось это их больше. Хорошо, Вань. Отлично. Можно форварда. Ай, не, держит. Смотрите форвардов в ноги и не всегда ищите цапа. Там форвардам в ногу можно всегда давать практически. У них как бы опорники тоже высоко играют, и можно спокойно разыгрывать. Можно через ЦЗ. Нормально, нормально. Давайте чуть-чуть. Не, Жек, не гори. Спокойнее, Жень, не гори. Все нормально. Хорошо, дом. Цапа. Подбор забираем в центре, главное. Хорошо. Во фланг можно, сильно. Спокойно. Далька, слева, Жень. Хорош. Хорош, Тимон. Спокойно. Ближник, давайте накрыли. Не ведитесь до конца, держите игроков так. Я на нее пойду. Хорош, Тимон. Во фланг можно. Запускаю дальше. Саню. Ладно, мне. И дальше Никите. И еще. И забивать. Хорошо, подбор забираем справа аккуратно. Ну, сейчас еще катнуть, бля, ну ладно. Все, спокойно. Олег, иди шире. А я один. Через ближнего. Можно сзади один буду. Тимон, забеги. А, ладно. Откройся. Да. Перкфокс. Убегай вперед, соп есть. Ну что, что это такое? Ну давай. Так, сели. Аккуратно, аккуратно. И в три садимся. Даже больше. Главное, смотрите, забегающих.
Хороший очень. Вот, Тём. Отлично. Тёмка Соколов. Отлично. Можно. Сука. Давайте через, через ближнего просто. Дальше во фланку. Либо подержи, под... дай мне. А, я вы... Держи, Игорь. Выдержу. Ваня или Олег, оставайся чуть сзади, не увлекайся сильно так. Они 3 в 3 остаются с нами. Хорошо. Знаете, у нас подходы есть, но за момент создавать и реализовывать их. Да, момент создать не сложно. Реализовать его главное. Хорошо, Олег. А их 6 человек, аккуратно. Хорошо. Ровка. Ближних сразу перекрыли. Нет. И до конца смотрите игроков, не бросайте их. Если это фейк будет или еще что-то. Ну, на дальке смотри. Хорошо. Спокойно. Хорошо. Может, тебе много. Их много, аккуратно. Хорошо. Наш меня спокойно пошли. Блин, Игорь форварда в ногу просто. Там Никита один. Нет, добавил форварду, блин. Просто подошел, это, видимо, выкрутил хуёв. Рожек. Рожек. Много мячей теряем на, просто на простейших ситуациях. Пожалуйста, давайте соберемся. Подожди. Хорошо. Все, через Витю можно. Хорошо. Дальше Тимону, и я за него забегу. Хорошо. Борис, Никит. Дальку можно. Пробеги. Отлично. Ебать, неплохо было. Сразу полукруг наезд. Сразу. Скидку делаем. Бля. Вообще не тянет нихуя. Угу. Аккуратно. У нас ЦЗ нет сзади. Аккуратно. Хорош, Витя. Повезло. Все, да. Давайте контроль делаем. Бля. Охуенно, Игорь. Нормально. Спокойно, наш мяч. Наш. Догонит, он догонит. Подпрессовать его надо. Чебется. Давайте смотрим наверху. Тимон. Хорошо. Хорош. Ну. Хорош! Хорошо! Хорошо. Хорош. Саня, блядь, пропустил пиздат, конечно. Игорь хорош, Никита лучше. Давайте дальше в том же темпе. R2L2 сработало. Спокойно, давайте спокойно дальше так же играем. Чуть понадежнее с пасом. Дельфин не играет у них сегодня? Его не видно, как минимум. Убегает Тимон сейчас со спина. Так, надо их встречать повыше нам. Хорош, Вань. Хорошо. Дальку смотрите. Слышь, аккуратно. Их очень много. Пенальти. Блядь. Все, спокойно, нормально. Крушон. Не надо начинать отбор, просто пяти. Нормально, давайте. Спокойно, сейчас отобьет Крушон и подбор, главное, забрать. Паненко, Бенчик, да. Найс, Крушон. Гоплей. Добивание. Блядь. Спокойно, да подожди, я закину. Ну, ладно, последние секунды. Давай, Сань, убежишь. А, не потянуло меня. Сука. Головой, сразу ближку, мощно, с ударом. Вратарь. Бля, высоковато пошло. А, пожалуйста, давайте успокоимся с игру. Тихо, тихо. А, успокойтесь, блядь. Пожалуйста, мы очень много теряем сейчас мяч в каких-то невынужденных обстоятельствах. Ищите форвардов пасом в ногу. У них между опоркой и центральными защитниками огромные разрывы. Не всегда получится у вас под прессингом закинуть туда на ход или дать на ход низом. Просто в ногу им дайте, и они дальше разберутся спокойно, абсолютно, между собой разыграя в пас. И, пожалуйста, чуть быстрее ищите пас ближнему, не нужно ничего выдумывать. Я практически всегда сзади есть, практически всегда один. Если что, давайте мне пас, и впереди у них тоже есть зона, я буду закидывать. Но мы спокойно можем и низом разыгрывать, и, ну, завершать атаки. Форварды, главное, будьте на острие, когда мяч на фланге. Видите, там порой прострелы проходят, которые никто не ожидает, и вы можете их замыкать. Давайте, поехали. Давай договоримся. Вот сейчас просто в эфир нихуя толком. Вот дефолтом не говорим, как вчера. Тобой буду. Еще. Забеги, Игорь. В сайт. Да я забежал бы просто, блядь. Оно меня притянуло бы, если бы ты мне просто на ход дал. Я на ход дал. А так давал. Я начал забегать, не успел дать пас.
Ладно, давай, тут можно их поджать спокойненько. Он на задний проваливается. Я на правый фланг пошел. Нам нужно их выше встречать. Нам нельзя им так легко давать доходить до штрафной нашей. Вниз, в ногу просто. Буду по тобой. Верну. Через волыну. Окей. Ладно. Я буду на втором один. Хорошо. Хорошо, еще? Отлично. Ну, на нас. Молодцы, молодцы. Молодец. Ну, пожалуйста, тихо, тихо, блядь. Выше нужно их встречать. Не надо нам, блядь, всемером стоять перед своей штрафной в линию. Нам нужно их выше встречать, это ребят. Да. Так что давайте. В первую очередь мы с Олегом и Игорем, мы должны выше встречать. Не выбрасывать, хорош. Спокойно, вниз можно. Хорошо. Если что, по тобой один буду. Еще дальше дай. Еще. Блядь. Разряди просто, не если бой... не видишь впереди ничего. Олег, если что, всегда, всегда я есть, что, Олег. Коротко играть. Надо встречать. Не дай бить. Спокойно, я с мячом. Все, без нервика, спокойно, да. Побежали. Вниз можно, Тимона. Лучше. Можешь забросить. Хорошо. Подбор забираем. Бля, что-то по центру нормально пошло. Сорян. Хорошо. Все, через дом. Форварду в ногу. И дальше мне? Или так, отлично. Хорошо. Отлично. Молодцы. Боже, как же просто хорошо прошло. Хорош. Да, хорошо. Мальчик, играем. Дальше играем так же. Тихо. Не вжимаемся. Да. Лево спина убегает. Спокойно. Никите. Отлично. Буду под тобой, если что. Хорош! Блять, нормально. Выше. Тут зажать их сразу, тут зажать их. Тимон, справа внизу один игрок, смотри. Центр проебался. Треугольник у них просто на изи проходит. Аккуратно. Хорошо. Хорошо, можешь. Спокойник. Можешь на вынос в форварду. Ай, сори, Игорь. Думал, чуть подожди. Спокойно. Хорошо. Спокойно. Успокой, да. Ага. Сам я иди. Зайду. Хорошо. В центре буду. Вернись, Олег, назад вернись. Фланг можно. Еще назад фланг буду. Это вот, да, вот, дальку, Жень, дальку. Бля, хуёво пошло. Нормально. Там, смотри, Валер. Продлевай. Сразу долго. В одно. Сели. Хорош, Олег. Лучше. Наш мяч. Отыграй. Ой-ой-ой, сколько. Все, забей. Надо подняться чуть-чуть. Хорошо. На дальний, Тимон, на дальний один, смотри, подкрался. Внизу. Сразу вперед, да. Будет возможность заброс, можно. Жень, а хорошо. Супер. Ай, сильно. Нормально. Зайду, Тимон. Здорово. Нормально. Это уже нормально. Жестко было. Ближних разобрали и подбор в центре главное. Смотрите, у них фланги у широко. У меня один еще свободный. Я играю. Расстрелись. Можешь вернуть. Блять, не ногой, сори. Да принял бы. Да, я думал, касание. Забежишь под ножку. Подожди, я подойду. Спокойно. По правому флангу Никиты и Тимон, беги выше. А, Сань, давай тебе закину, давай пас мне. Давай мне, да, давай, по давай. Центру. Йо. Ай, не, все, поздно. Нормально. Блять, там Тимон в сайде был. Они очень высоко линию подняли. Все, сели, сейчас аккуратно до конца смотрим. Дальняя. Хорошо, может лучше. Ой-ой-ой. Хорошо. Ебанат. Лучше. Тихо. Go, давайте сейчас right меньше пиздежа в эфир, просто спокойно сыграем 10 минут последний. Хорошо. Игорь. Отдам. А, хорошо. Мне дай. Ладно. Блин. Я бы просто прострелил напустую. Да там я Сане давал, пошло на...
Сильно, сучка. Ну, хуйня. Хорош. Хорошо, ну, но нормально было. Просто сильно пошло. Внизу один. По такой игре даже забить еще можно. Спокойно. Главное сейчас не пустить. Ну это да. Все спокойно, можно Игорю. Хорошо. Хороший, Игорь, успеешь. Хорошо, Олег, с тобой. У меня офсайда нет. Спокойно. Да, тут нет офсайда, играем. Ой, я не успел, подождал бы еще секунду. Прими спокойно. Ой, Жек. Еще дай. Еще пас. Не бей, куда ты ждешь? Там вкатывание хорошо было бы. Спокойно тут, не спешите. Я скидываю аут ближним. Еще один забить. По можешь план. Мне вернуть? Нет, я перекрыт. Я шире пойду. По центру. Можно назад мне. Ой, отлично, и дальше. Входи, Жень. Бля, Женек не вошел, конечно. Женек, куда? Влево, фланг, у тебя один фланг. Спокойно, ладно, тихо. Пробка. Надо встречать его, Олег, встречай. Далеко, смотрите. 90, я повнимательней. Хорошо, все, спокойно, конечно. Просто вперед. Нет, кати. А, ну или так. Просто протащи, спокойно. Я уведу вперед, за мной игрок будет. Я один вопрос. Игорь? Игорь. Попрострели на весь, да. Что-нибудь такое. Охуенно. Теперь я пригнулся. Такая залупень залетела. Ладно. Спасибо. Молодцы. Хорошо, сыграем. Что называется? Смотри, ну прям сейчас хороший матч. Мне понравился. Ну, они на самом деле очень слабо в защите играли. Да, в центре у них очень. Не, у них центр, мне кажется, слабый. Но у них вообще, ну как бы, кроме атаки, у них все остальное очень слабо. И поэтому нам очень много свободы давали. Нам надо было, конечно, чуть выше их встречать, потому что мы очень много им свободы в атаке сами давали. Но молодцы, что выиграли. Пенальти, конечно, не повезло, но ничего страшного, как бы там со всеми бывает. Ну, Крушон хорош. Крушон. А, тем более там еще Крушон вытащил, собственно говоря. И все. Там еще пара автоблоков у нас было хорош, когда Амаль там бил. Вы все равно ждите сообщения от футбол-менеджера, что ребята, извиняюсь, что не отбил пенальти. Это 100% точка, где надо отбивать. Это да. Все. Надо стараться на 300%. Нас убивали, конечно. Ладно, все, всем спасибо, все молодцы. Да, давай. Хорошую неделю провели, хорошую неделю провели. Хорошо, а, кстати, мы все три матча, а, мы ничью и две победы, окей. Не, да. Неплохо, неплохо. В следующей неделе определяющая будет, но там нужно тоже цепляться. Я опять забил. Хорош, Саша, хорош, Сашка. Александр, хорош. Алекс...